Добрый день, друзья. Сходил на приемку. Удачно. 11 килограмм. Купил. Ну вот взял такую вот толкушку. Вот. Ну я там меняюсь, бывает, на базаре. Так-то ее продавать, ну, вещь копеечная. Ну и весит она, ничего не весит. Тут она полкило. Все килограмм 30, 15 рублей, допустим, я ему за 30, там, не знаю, ну, в 30-ку оценю. Почищу чуть-чуть. Ну вот. Можно вот так вот ее. Секундочку. Да ладно, вот так пускай будет. Вот такой вот взял. Ну это похоже колпак на забор. На мой взгляд. Но вот он сварен, сделан, зачищен. То есть ну, надо еще почистить, и будет такой. Вот можно сделать как основание для какой-нибудь настольной лампы. Или вот сделать сюда, вот под низ. И будет как домик висеть. Ну, не знаю еще я вот для каких своих этих. Вот ну, металл есть где-то единичка, может чуть больше. Вот, зашкурим, за, ну, здесь сейчас почистить надо немного, ну, не захочется такую цену возиться. Так, вот, наверное, самая тяжелая сегодняшняя, вот такой вот вал на подшипниках. Все, я хочу себе какую-то пилорамку изобрести маленькую. Всякие дрова пилить, вот шайбы. О, мне же я, ну ладно, это я хоть искал, мне там надо выточить одну штуку, может быть я даже вот эту и пущу. Вот здесь такая большая гайка с левой резьбой и вот как контрволтик. Волтик надо заменить, вот. Так, здесь шкив, вот, приварено, все сделано, закрыты подшипники. Моторчик. И можно, может выставить на продажу. Вот, не знаю, это запчасть какая-то, по-моему, от машины или что это. Вот, ну, здесь такая верхушка симпатичная, вот это. То есть... В кадр не попаду, наверное. Ну вот оно. Давайте, может, повыше. Вот как такая вот какая-то уже конструкция здесь. Что-то как-то дальше. Ну я еще не знаю. То есть я вот буду изобретать какой-нибудь очередной подсвечник или. Так, ну здесь что-то как-то оно это. Ладно, это. Ну вот или. Еще как что-то. Какая-нибудь настольная лампа. Ну, вот, может быть. Так. И вот попались интересные вещички. Так, ну и... Топорики. Что-то не пойму, как будто то ли наварено сзади. Вот трещины нету. Давайте чем-нибудь стукну. Ладно, сейчас чем-нибудь стукну. Вот маленький топорик. Так, давайте я опять вниз съеду. Вот такой туристический. Можно даже себе оставить. Он легенький. Вот. Не пойму здесь. Ну, нет, по-моему. А вот есть клеймо. Цена 1 рубль. Ну, это значит поздний. Ну, зато легенький. Можно опять же там какой-нибудь как-то ёжный вот, вырезать, чтобы еще легче было. Вот топор уже получше.
Ну, тоже 87-й год. Ну, звук такой, так себе. Ну, вроде тоже без трещин, в хорошем состоянии. Он был покрашен. Третий топор. Этот лучше, этот с языком. С языком они как-то более старые, по-моему. Вот, это уже ЗИГ. И 64-й год. Это уже... То есть он уже, конечно, подсточенный, но... Это уже топор. Вот здесь проушина большая, хорошая, можно топорище большое. Вот язык. Здесь, потому что вот опять же, давайте вот. Я не специалист по топорам, но я знаю, что ЗИГ вроде неплохие. Что вот опять же, смотрите, вот она здесь. Ну, не перекаленная, это бывает. Здесь вот, видите, уже этот поширше такой, хороший можно топорище. И вот маленький. Вот. По чем топоры? Топоры продают по-разному. И... Вот. Ну, здесь немножко это обломан. Ну, звук, конечно, не идеальный. Надо смотреть, опять же, состояние. Вот, ну, их можно продать рублей по 300. Если самому продавать, то есть вот на 1000 можно их продать. Вот, если на обмен, то дешевле, конечно, ну, тоже. Так, взял вот такой, ну, надо его сейчас почистить, шкивок. Может, на продажу, можно что-то пригодится. Вот здесь его надо очистить, вроде целый. Ну, вот, шкивок, опять же, может быть, на моторчик лежит, подавать на какой-то дальше. Взял парочку шариков от подшипника, небольших. Тогда что-то товарищ просил, ему что-то надо было расклепать, развальцевать. Еще что-то. Вот. Дальше вот. Вот. Попался. Резец живой. Новый. С напаечкой. Такой вот. Здесь тоже можно либо обменять, либо продать. Напайка целая. Вот такая вот. Длинная гайка, по-моему, на 6 или не знаю даже на сколько. Вот. И здесь, видите, как это, а здесь такой шестигранничек. Что-то я не помню. Не знаю, я взял, думаю, что вот бывает, что-то делаешь, и надо вот, чтобы там это, а допустим, тут приводить и это, или там, допустим, просверлить при. Какие-то такие вот вещички нужны бывают для самоделок. Вот, ну и как я уже сказал, гайка такая длинная тоже бывает. Там надо, допустим, соединить. Ну, вот. Может пригодиться. Хотя что-то здесь резьба, по-моему, мелковатая, непонятная. Может. Так, взял еще зачем-то. Ох, а что они гнутые. Я их как-то плохо поглядел. Две рымгаи, рымболта. Но они гнутые. Они два одинаковых. Как там для какой-то симметрии что-то можно. А и состояние. Ладно, там может куда-то приводю. Для каких-нибудь там моих изобретений. 240 килограмм. Написано. Можно. Так, какие. Ну, есть у меня разных там дизайнерских моих и прочих мыслей. А, и вот еще взял шестигранничек. Как-то у меня есть комплектик. Дособирать его. Еще один. Ну, пригодится.
Вот, а эти еще делают из них. Но опять же, что проблема? Вот у меня есть грунтубель. Там вот такой вот нужно, как кочерга, нож. Но там ребро, он как бы под квадрат рассчитан, и вот ребром надо туда, а не плоскостью. Вот. Ну, опять же, делать самодельно, ну, не знаю. Выставить до кучи. Может, сейчас чуть-чуть будет, если какая-то это и пригодится. Вот. Может, комплект у меня там как-то был. Потихонечку тоже собираю, может, соберу этих как ключей на продажу. Ну, ключи плохо идут. Вот. То есть, что получается? Если топоры вот купил на 330, если продавать, значит, топоры где-то 1000. Резец можно, там, ну, не знаю, полтишок сотня. Это в этих пределах. Шкивок 100-150. Ну вот, получается, с резцом 200 будем считать. Там плюс-минус. Вот, 1200. И вал, я думаю, рублей за 500 тоже можно выставить. 1700, соответственно... А, вот. Шуб это, ну как, рублей там 30-очка. Там это, допустим, за 20-ку. Вот еще полденничек. А вот это уже, ну, там, ну, не знаю, для из этих каких-то вот моих... Вот, может быть, как абажурчик над лампой, там какой-то вот такой, как, может, как уличный сделать какой-то попытаться. Или, ну, вот такое, такая вот история. Ну, вот RMA, они чуть отличаются, и они гнутые. Ну, можно там спилить, приварить, а бывает такая вот, вот. Ну, не бывает, ну, я чуть-чуть все изобретаю. То есть резьбу, опять же, мне не надо 240 тянуть, то есть я его, может, это, плашечкой пройдусь и сделаю. Чик. То есть они как могут, как декоративные быть, как ножки быть. Чик. У нас стоит на таких вот ножках. Либо еще. Для каких-то, либо его вот приводить можно, как такую плоскость есть. Вот, ну опять, ну не знаю, опять же, все продам, мне, что продастся, что не продастся, может, я себе сделаю, все хочу. Да у меня есть один, а, у меня есть вот с этим валом какая еще идея. И я все хочу, точило себе сделать, все хочу, хороший вот, взять такой вал, сюда камень. Потому вот, и моторчик соответственно будет за, ну, да. Так, давайте вот сюда поставим, то есть здесь моторчик, а это оно, то есть чем хорошо, что вот камень можно вот будет сточить вот до такого диаметра, а когда у нас вот он двигатель, то мы вот до такого можем только. Вот. Моторчик. Опять же, можно сделать, что можно в шкив, вот на тот шкив выточить ось и, допустим, сделать такую вот приставку к дрели. Потому что когда мы в дрель, дрель не рассчитана на боковую нагрузку, ну, она все-таки должна, ну, вот, а не на излом, и пыль. А тут у нас, допустим, дрель, получается, будет где-то здесь поставить перегородочку, здесь пыль летит, и может быть такая вот маленькая приставочка. Вставили, чук, чук. Вот такая вот. Сейчас у меня есть еще одна идея там насчет, ну ладно, это уже займусь сейчас делами. Вот, может, сейчас чуть почищу, да, сфотографирую. Ну, вот топоры, не знаю. Зиг надо шоркнуть. Будет сейчас с напильничком, как оно. Может быть, себе оставить. С другой стороны, у меня есть два старых топора. Мне они, в принципе, устраивают. Ну, вот.
Ну вот маленький мне в принципе нравится он. Ну, так по состоянию поглядеть. То есть он даже более-менее как-то наточенный. Сделать маленькую ручку. Но видите, проблема в том, что я сейчас в походы куда-то редко хожу. Да и я как-то вообще не особо походник. Вот, чик. Если его правильно насадить, чтобы оно вот так вот... Нет, даже вот так вот, я думаю. Нет, ну, плоскость. А вот, может быть, действительно так вот чук сделать, как вот любят сейчас, таежный. Ну, то есть выбрать. Ну, а давайте повзвешиваем сейчас. Есть любопытство. Так, ну вот, допустим, шумовка. Фу, не шумовка, как она, но толкушка это все-таки, я считаю. Фу. 100 грамм. Это значит 3 рубля. Да? Нет, 30. Десятая часть. 3 рубля она. Ну, 5 рублей даже за, я там за двадцатку. Это все равно я уже в плюсе. Говорится, а людям приятно. Вот. Топорик маленький. Ну, можно было не брать, да, там взял за 3 рубля, продаю. Так, 650 грамм. Топорик, это значит, я его взял меньше 30-ки, а продать можно за 30, ну, в 10 раз. Вот, а можно, я, может, вот с этим, такой-то вот уйдет, я его думаю, знаете, что я с ним сделаю? Я сам не умею, не люблю, а там вот, с которыми я общаюсь на базаре, мужики, они умеют насаживать неплохо. И я, скажем так, на обмен что-нибудь, вот, что я, мне надо сделать этот топор нормальный, с нормальной ручкой, вот, и он будет уже стоить пятихатник, вот, и, а я ему, допустим, две лопаты, я ему 60 рублей, соответственно, если здесь 650 грамм, ну, это килограмма 3 в сумме выйдет, 90 рублей, а 400 рублей мне получается, я с этого заработаю. Вот такую вот проведу аферу. Вот. Винтик. Ну, винтик, ладно, ничего. Лошарики. Вот. Можно опять же приварить. У человека сделан типа молоточек. Ну, такой. Молоточек маленький был, такой самодельный, ну, это смешной, но я что-то хотел взять, потом думаю, да ладно. Так, это я почищу. Чего вот он весит? Ну, здесь много уйдет в отходы. Так, фиг зацепишь, сейчас тут что-то даже написано. Вот. Зацепил 520 грамм, ну, 15 рублей, а сейчас почищу, он может и за сотню уйдет. Вот. Или может, вот я, скажем, два мне, один вот этот кило 400 весит большой, она здесь вот как-то он как обломан. ЗИК, ВТК, ну, вот, по-моему, 64-й, не 50. Л2. Вот, вот, у меня есть топор. Ну, не знаю, третий нужен. Этот вот. Это вот 87-й, это уже позднее. Ну, поглядеть надо, как... Так-то они вроде чуть-чуть даже звенят, почистить. Товарный вид. Так, что у нас тут?
Вот такая вот вал. Ну да, вот вал он, конечно, 4 170. Если два топора, по что топоры у нас? Нет, ну. Ну да, вот он кило, 4 по пол. Еще 3, 4, 7 килограмм. Как будто так. Ну, что-то 11 у меня как-то не выходит. Так, это что у нас? А, ну 4 200, 7, вот, ну 7 с небольшим. Плюс 2 топора, 7 с половиной, 8. Ну опять 500 грамм, ну 8 с половиной. Ну может быть. А, видите, может быть снег был какой-то, растаял на чем-то на этом. Я что-то, может, я забыл где-то. Ну видите, они округляют, то есть там могло быть 10 с небольшим. Ну да нормально, все равно я на топорах я. Вот. В принципе, мне вот этот маленький нравится. Он вроде глядит. Такой уж он кривой. Такой сделать можно походный. Вот, ну вот такая вот, короче, история. Благодарю за внимание. Всего доброго. Ну, а, ну вот полкило, да. Ну, вот оно 10 с чем-то там. Ну, так оно и вышло. Вот, потому что они на тех же весах, они их ничего не меняют, там не нажимают, не отжимают, а они принимают. Поэтому если бы они с меня взяли лишнего, значит они бы людям лишнее за цветмет давали. Этого явно не в их интересах. Вот. Такие вот дела. Всего доброго.